Не всегда у депутата Московской областной думы Владимира Жука есть время проводить прием лично. Плотный график и важные дела порой не дают возможности присутствовать на встречах, но это не значит, что работа с населением останавливается. В таких случаях его заменяют помощники. В этот день прием вела адвокат Светлана Попова. У нас власть открытая, публичная, и каждый гражданин может обратиться со своей проблемой. Основная масса проблем у нас решается. Но есть, конечно, вопросы, которые решаются в судебном порядке. То есть и такие вопросы. Многие граждане идут на прием для того, чтобы получить просто юридическую консультацию, бесплатную, что также мы оказываем. Сегодня на прием записалось 15 человек. В основном люди идут за материальной помощью. У каждого депутата Московской областной думы есть специальный фонд, откуда они имеют возможность помогать нуждающемуся населению – инвалидам, многодетным семьям, пенсионерам. Денежные средства возможно получить один раз в год. Я получаю очень маленькую пенсию, предельно, ну, самую маленькую. Вот, семьи нет, детей нет, никто не помогает ниоткуда, а все, что я получаю, какую-то пенсию, уходит только на лекарства. Владимир Жук старается помочь каждому обратившемуся. Без ответа не уходит никто. Оксана Рожнова уже во второй раз обращается к депутату за материальной помощью. Впереди новый учебный год, и многодетной маме надо приобрести все необходимое для школы. Очень благодарна, вот, очень даже хорошо помогли. Вот мы маленькому ребенку купили диван на эти деньги, то, что выделили. Сейчас вот школа, сейчас детский садик. Это все-таки как бы, ну, бюджетненько. Вот, и мы как бы вот на эти средства купим одежду детям. Приемы Владимир Жук проводит каждый второй вторник месяца. Если эта дата совпадает с праздником, день приема переносится. Записаться на встречу можно в общественной приемной «Единой России» по телефону или через электронную почту. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.